все эти Басковы, Газмановы, там, Бабкины и так далее. Значит, почему они все за войну? По той простой причине, что они все очень сильно зависят, ну, решающим образом, я бы сказал, фатально и экзистенциально, зависят от государства. Короче говоря, если артист поссорился с государством, если он не лижет жопу президенту и всей его компании, то, в общем-то, плакали его доходы. Поэтому, разумеется, все они становятся истинными милитаристами, имперцами, православными фанатиками и все такое прочее. С ними ясно. К сожалению, к ним присоединились и некоторые, относительно немногие артисты не попсового жанра, ну, то есть рокеры, рэперы, но их на самом деле очень мало. Они занимают, правда, такую чуточку более совестливую позицию. В самых позорных, одиозных мероприятиях они не участвуют. Вот, скажем, я слышал, что тому же Гарику Сукачеву, Косте Кинчеву, Славе Бутусову периодически предлагают участвовать в каких-то сборищах под буквой ЗЮ, но они под благовидным предлогом, значит, это дело как-то манкируют, избегают.